приезжаем, а у них нет дождика. Вот буквально проехали, вот прям ливень, и проехали где-то 500 метров, дождик заканчивается, и стоит полиция. Вот как будто бы специально. Для них не заказывали дождь. А вообще, если честно, вот так, когда кто-то собирается ехать отдыхать, или на рыбалку, или на охоту, и вот так вот выдвигаются, и такие, ба, ливень какой, а там реально вот буквально одну минуту еще в ту сторону назад проехать, и будет конкретный ливень. То есть это говорит о том, что разворачивай машину и езжай домой. А здесь нормально. Вот буквально одна минута езды, ну две. Уже асфальт. Ну уже три проехали. Если не было его даже. Кубик. И пух перелетел. Ну, она же вот она идет. Еще одна туча? Да, она идет. Разлиться. Жарко? Нет, что-то долго. Что-то долго, что-то нет. А сейчас? Мороженки возьми обязательно. Называется, съездили в магазин, затарились за много-много километров. Ну а что делать? Так бывает. Че, мы будем туда проезжать? Приехали, конечно. Или мы туда сразу поедем, или все-таки проверим? Да, я думаю, грязь. Я не знаю, какой там спуск. Поехали, посмотрим спуск. Короче, проедем, посмотрим, что там творится. Можно там спуститься, нет. Да, но спуститься не проблема вообще. Спуститься-то можно, а вот подняться будет что-то как-то не то. У нас есть место, где мы можем спуститься и 100% подняться, и даже лагерь поставить успеем. Но там, блин, такое место, что там с рыбалкой просто беда. Ну, если там ловится, то там ловятся нормальные экземпляры. Ну, блин, как-то хотелось бы солнышко. Тут уже не до рыбалки, по-моему, тут лишь бы не залило. Чё, момент истины? Да спокойно. Сухая? Ну не так сухая, но нормально. Только вот и яма. Да нормально все. Вполне. На нашем месте коровы. Вообще спокойно. Она высохла. Ну, вчера тут был ливень. Чё, вообще пофиг. У нас дождь вон он идет. А эти товарищи нас не отпускают. Их прям здесь. Ох. Прям.
представляю, сейчас мы будем базу ставить, и вот это вот ужасное создание будет жужжать постоянно. Так, ладно, у нас первая проблема с этой стороны, с этой стороны и с этой стороны. И вон там дождь поливает, прям хорошо поливает. У нас белка самый собиратель палатки. Самособиратель-разбиратель. А там гремит. Ой, еще и сверкает. Вообще отлично. У нас почему-то дверь оказалась с другой стороны, а потом мы поняли, что у нас, короче, палатка шиворот на выворот. Гремит, но она мимо идет. Слава богу, пусть она проходит. Хотя нет, вон тот конец может нас зацепить. Чем ближе будет ветер. Шторм. Ого, там напрямую прям долбит. Надеюсь, нас это не зацепит. Слушай, ну самое безопасное место это в машине. Успели. Ну, почти успели. Здесь-то все прекрасно, хорошо. Лагерь поставили. Тишина. Там он просвет вроде как. И самый геморрой, если пойдет дождик. Вот сюда забираться. Глиняная дорожка вверх. Кайф. Если пойдет, застрянем на пару-тройку дней. И все будет кайфово. Ну, самый кайф вот. Сейчас он сюда подойдет и начнет бабашить. Ну, главное, мы уже вот все поставили. Уже пофигу. Не, нормально все. Кстати, по полу вот так удобнее ходить. Ну, я понимаю, но если пойдет дождь, будет неудобно. А, ну да, дождь там пойдет. Поэтому лучше так. А он, собака, сейчас пойдет. Стропы натянул. Палатку на этот раз собрали за 10 минут. Чик-пык и готово. Кстати, очень классно. Теперь я точно могу сказать, что такая палатка просто необходима в бытовой жизни. Посмотри сюда. Как будто бы яма туда вовнутрь. Жесть. Ну, красиво. Слушай, ну в грозу мы еще с тобой не рыбачили. Не, мы как-то были. А рыба плещется со всех сторон. А здесь вообще трэш. Коровы плохо. Да коровы наоборот кайфуют. Ни отвод, никого мы. Да, так-то сказать это. Еще то удовольствие под молниями стоять рыбачить. Ты там как? Нормально. Не боишься? Давай аккуратней. Ну так-то зрелище еще то. Есть? Ха-ха, ништяк, окунь. Ты хороший. Съедобный. Здесь в траве прям. Я понял. Хороший окунь. Слушай, такое ощущение, что туча возвращается. Да, да. Она развернулась. Ты ёпту мать. Ого! Я пошла-ка посижу, наверное. Да, иди. Ну, я свою поймала. Ну и он нафиг. Ради щуки, знаешь. Ну так-то нормально, клюет-то клюет. Что-то как-то. Да, она возвращается. Наступи на нее. Ох, ёпа-мать. Возвращается, да? Там трындец. Ты посмотри, что там дальше. Я видела. Она возвращается. На камере виднее. Видишь, туман? Ага. Зашибись. А эти еще на лодке уплыли. Туда. Ну что, готовимся? Трэшу. Ебит твою. Вот час нам и прыгнуть.
летит по самой гланды. Блин, все вокруг сверкает. Все, ветер поднимается, начинается электрошоу. Если он мимо пройдет, нам прям повезло. Прям почти повезло. А если нет, то все. Будем летать. Будем летать. Ёпта. Что там? Там молния жесткая вообще. Сейчас такая молния в дерево. Под, кстати, вот капает чуть-чуть. Зато гремит чуть-чуть. Стороной идет. Жестко. Как тебе? Погодные условия. Слушай, ставь кофе. Ну ее нафиг. Попьем кофейку. Ух, блядь. Я же тебе говорю, снимай, потом фотку сделаешь. Сидим, пережидаем бубух. Рыба плещется, но, блин, в такую страшно. Грозу, молнию, ну ее нафиг. Ну. Щуку поймаешь, а потом долбанет так, что офигеешь. Ну. Короче, мы пока посидим на кухне потихонечку. Да. И нам, наверное, будет нормально. Уж лучше нормально, чем 220 в одно место получить. Да и тем более она уходит уже. Кайф. Погремело хорошо. Фотки в Телеграме можете посмотреть всех разрядов молнии. Мы снимали до ужаса. Ножной атмосферный насос. Всяко лучше, чем электрический. Электричества нам на сегодня хватает. Палатка у нас с турбонаддувом, блин. Мы ее быстро с турбонаддувом. Палатка собиралась сегодня 10 минут. Прям вообще быстренько. Первый раз мы еще тупили, не знали, что и как. Второй раз мы там с креплением затупили. Вот. А в этот раз вообще быстро. Чик-чик-чик собрали все. Кайф. Прям быстренько. Ну, в принципе, у нас цель была приехать именно молнию заснять. Потому что мы на стоке снимаем, и фото делаем, и видео снимаем. И потом это видео в 4К отправляется на сток. Ну, кто про стоки не знает, объяснять не буду. Сами найдете. Ну вот, лавочку у дома уже сделали. Ну, это вот кухня, веранда, зал. И лавочка, семечки щелкать. Все как надо. Слушай, я даже не успел подойти с ведром, ты уже щуку таскаешь. Вообще да. Молодец. Это мое место. Походу она возвращается. Вон она. Идет. Белка щуку таскает, а я что-то вообще никак ничего не могу поймать. Опять ветер поднялся, опять она идет на нас. Она что-то кругами целый день ходит туда-обратно. Ну, в принципе, кайфово. Прям вообще кайфово. Я не знаю, Бела, она кругами вокруг нас ходит. Я тебе говорю,
Ну и ладно. Рисковать не стали, ну и нафиг. Лучше это. Лучше посидим, кофейка пошвыркаем. Щука у нас есть, окунь есть. Сейчас ветер закончится. Попробуем еще что-нибудь. Эй, осторожней с блесной-то. Слушай, она у меня на коротком поводке. Так она летает вокруг тебя. О, мы пока кофейка пошвыркаем. Так надежнее будет. Солнце уже выходит потихоньку. Ну и там вроде настраивается. Волна спадет, пойдем дальше. Я продолжаю все еще качать. Все, тишина и спокойствие. И солнце ушло. Бутерброды, кофеек. Но это еще не все. Еще ночью будет электрическое шоу. Сейчас перекусим и щуку пойдем бомбить. Поменяю блесну, что-то это с колокольчиком вообще никак. О, свою возьму, двойную. Она у меня была такая рекордсменка на позапрошлой рыбалке, кажется. Это я уже понял. Ты только и успеваешь таскать. А мне сегодня ужин. Я уже понял. Ну вот. Она прям на берег за ней. Да? Прям на берег, реально. Ну, свежатина у нас сегодня точно будет. Как пол хорошенькая. Давай. Погрызуны засранец. Да? Ну, смотри. Ого, кстати. Хороший. Вот это жирненький. Таких мы любим. Ну, сегодня съедобный. У нас это пир горой. Съедобный. Ну, кусачки взять надо, а то вдруг что-то. Непонятно, что происходит. Я еще пойду воды наберу в ведро. Кстати, вот здесь можно. Да, да. А давай я в тапочках. Ну или ты сходи. Уже рыбку ловит. Наконец. Жирный такой прям. Вот, отвалился. Ага. Как-нибудь бери. Так. Вот это сегодня лошади клюют. Вот это лошадь. Лошади. Боже, его еле держу. Сегодня прям вообще хорошо. Здесь на резину кощунство. Здесь везде он прыгает, а я провести даже не могу. А трава же? Трава надо везде. Надо поверху. Все равно попробую, а вдруг? Это которые нашли, да? Ты браконьер. А, нет. Ты на браконьера похожа. Да? Да. Ну ладно. Раньше в кино в детстве браконьеры, это значит что-то, капюшон на башке. И такой этот, как он, от дождя, который, как он называется? Балдахин этот? Ну, как бы, балахон-то не балахон, а этот дождевик. Да.
Так такой советский. Вот ты сейчас этот браконьер.